Ни со светом, ни без света. Кричу. А не, уже видать, он еще чуть в сторонку. Не, таким нет, дальним. Короче, мы где-то в воде, может в море, может в речке. Кто его знает. Польская пурга началась. Слушай, давай посмотрим, мы, может, это на самом, может, мы вдоль реки уже едем. В море мы. Мы уже в море фиг знает сколько, ребят. О, да. Не-не, нормально, мы вот сюда сейчас выскочим. Вот сюда, да, и на дорогу померяем. Расстояние. Сейчас. 280 метров. Давай туда тогда. Вот так, ребят, я же говорю, мы где-то в море уже. Не видно низги. Вроде в ручеек заехали, оказалось, что мы в море. Камни, 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 камни. Вот тут вот можно пройти. О! О, неужели снег закончился? Отборник. Это порыв. Это порыв просто закончился. Следующий начался. Чуть туда забираем. Мишка едет сейчас на нашем шерпе, он, наверное, в шоке. Еще левее, да. Левее, левее, левее уходи. Опять в море поехал. А, капитан дальнего плавания. Еще, еще, еще левее. Вот так, да. Вот так, да. И на рифы не натолкнись. Хорошо, его штормить перестало. Ну вот, ребят, вот такая вот у нас вакханалия. Внимание, это время в движении. Беломорская, 141 километр мы прошли, 9 часов 49 минут. Да-да-да, опять левее опять надо входить. Мы камень объезжаем. Парус поднимай. Вот такая, ребята, кольская сказка. Выпал снежок. Мы в море впоролись. Куда не повернешь, везде море. Сейчас будем собирать крабов. Семги плавают. Видели семгу?
Ребят, вон Сёмга опять прыгает с почки. Так, на том берегу выход. Че, мишень? А? Че ломаешь технику? Тихо. Че это? Че говори? Ну что? Сегодня мы проехали 200 километров по морскому побережью, по каким-то там дорогам лютым, по которым зилы 130-е еле ходят. Шли мы 11 часов, пересекли несколько рек вброд, Варгу за реку пересекли, не помню, как остальные называются, около 4 рек было. Вот. И не помню, где мы сейчас находимся, в какой-то деревне. Хочется спать. Мы вчера только с дороги толком не спали. В четвертом часу легли. В 10 уже встали. И сегодня опять 4 час. А завтра в 10 подъем и обратная дорога. Тяжеловато. Вот так по лайту прокатились. Вот так просто машину попробовать новую. Попробовали, ничего, машина едет. За 200 км только солярки попросила. Больше ничего. Такие вот дела, ребят. Сейчас буду отдыхать. А, вот еще что. Смотрите, Мишки нету. Мишка у нас увидел там кровать в гостевом доме. Расперся. В дверном косяке сказал, я отсюда никуда не уйду. Я буду спать, как человек на кровати. Вот, а я пошел спать вездеход. Мне здесь привычней. Я люблю со своей подушкой спать. Правда, и подушку... Ой, простите. Правда, и подушку я сегодня забыл на базе. Мы же с базы уехали-то. Так, по побережью прокатиться. Следы медвежьи посмотреть.
И как-то нас занесло за 200 километров от дома, от базы. Вот. Белое море мне нравится, но оно просто холодное, колючее. Какие тут приливы, отливы, это что-то с чем-то. Сегодня на побережье Белого моря встретил подписчика Андрея. А, ну вы уже видели. Вот. Вот так вот. Даже на Белом море уже не спрячешься. Ну что ж, ребят, будем отдыхать. Завтра рано, рано-рано вставать и ехать, ехать, ехать. Все, может еще рыбу половим. Доброе утро, ребятки. Ну вот и проснулись. Наконец-то я увидел, где мы вообще. Где-то мы в старой поморской деревне. В какой, я еще не знаю. О, как. Далее. Господа, вот он идет. Предатель, сластолюбец мягких матрасов. Да. Вот да. Он. Это я. Мишка. Он говорит, иди, говорит, спи на матрас. Да. Я говорю, нет, нет. Я его выгнал, иди. Он пердит неконтролируемо по ночам. Давай, Миш, проверяй на нас. Первая запчасть от Шерпа, ребят. Отвалилась. Ненужная. 1-0. Ну да, ненужная. Она на моем тоже отвалилась. Приваривать есть смысл? Фиг его знает. Чтобы добраться. Они что-то поняли. Найди. Шум морского прибоя. Мишаня, это что-то за деревья? Не помнишь название? Нет. Трезвые ведь были, а? Тут номера домов есть даже. Вот это 10-й дом. Вот, ребят, только что я выяснил, что это деревня Чапама. Правильно же деревня? Вот. Друга навестили! 200 км по берегу Лазурного Белого моря с песчаными пляжами. С яхтами. С яхтами, да. Мишка вот за рулем опять. Мишка столько в жизни не ездил.
первая водная переправа Стрельна. За сегодня. Река Стрельна. Ребят, первопроходец. Памятник первопроходцу. Вот такие трудяги здесь снабжали весь север. Вон еще один. Ну тот новодел уже, не считается. Кому стекла от шишиги нужны? Двери. Вот, ребята, Мишка форсирует реку. Как эта река-то называется? Ну что ж, все прошло удачно. Вот такой, ребят, тут чепыжник растет. Ух-ух-ух.
можем зацепить. Да, скину точку, самовывоз. Вот такой буй морской. Расстрелянный. Нет, проживет.